Привет. В общем, я во время боя забыл про эти статуи совсем. Забыл меч забрать. Забыл уложить. Ну, то есть надо было вот так подойти и оставить осколок героя. Вот сюда, или сюда, или сюда. Получили бы либо вот такой молот, либо вот такой меч, либо кинжал. Ну, в первом прохождении, в общем-то, я этого и не делал, потому что не знал. И еще одно. Все эти три предмета можно получить чуть попозже будет. Либо вот этот осколок героев, если приложить к статуе. Я не знаю, сейчас надо это делать или в начале New Game, следующей игры. В общем, можно перераспределить, характеристики будут. Ну, я этого делать не буду. Может быть, если не забуду, на следующем боссе заберу все-таки меч. Хотя он к тому моменту уже не нужен будет, в общем-то. I'm looking for a man named Caslow. Wait. I know you. Подожди-ка, я ведь тебя знаю. Ты должен в тюрьме быть. Про твои преступления все слышали. Давно не виделись, капитан. Ты ведь животное. Тебе самое место в клетке. Какие у тебя дела здесь среди достойных людей? Caslow сгинул, сглупил, выпустив тебя. You're here for yourself, for profit. Бла-бла-бла. You're only here because there's something in it. Believe what you... Watch your back, huh? Я хочу войти в цитадель. I have business. Maybe Caslow was. Может, у Caslow после всех ран и контузий появились какие-то воображаемые причины тебе доверять. Но мне с первого взгляда все тебе ясно. Никуда я тебя не пущу. Короче, он меня не хочет пускать. Ступай на кладбище, он говорит. And they're not all Rogar. И держись подальше от меня и моих людей. Ну, короче, странный тип. На самом деле. На тюремщика вроде не похож. Раненых таскает на себя. Ну и ладно. Не больно-то и надо было. Мы тогда туда пойдем. Да. Пойти-то пойдем. Надо вернуться в портал. Тот портал в самом начале локации. Блин, далеко бежать, конечно, ну ладно. Так, едка, детка. Ничего она больше не скажет. Это мы не будем пока пользоваться, просто побежим. Ну ничего, пробежимся тут, не так уж и далеко, на самом деле. Дядьку вот этого заодно прижучим. Вот, я сейчас вроде бы под атаку попал, но она вроде бы не полностью проходит. Ну-ка. Ну, такой частичный урон, так скажем. Господи, что он с ним сделал? Спинной мозг вырвал, башку отрубил. Черт. Твоей матери. Ну, это вообще нечестно, ребята. Они с виду такие вроде бы неповоротливые, а первая атака у них просто молниеносная. Да что ж такое? Вот эта атака, тыщ прям мгновенно он ее делает.
А я вот эту делаю мгновенно. Так, хребетик еще один. Хорошо. Такс. Пойду-ка я здесь сейв сделаю, вдруг нас грохнут. Всякое может быть. Так, ладно, ну вас. Опыт, конечно, нужен, но ладно. Все равно много не дают пока что. Ну вот с этого еще можно дать. Сколько, кстати, дают? 50 очков, наверное. А, нет, 58. Хорошо. Это хорошо. Поначалу опыт, ну, уровня не так много стоит. А вот, например, на МГ+, под конец игры один уровень 500 000 стоит. Больше даже. Так, куда мы идем? А. Там, чтобы на уровень накопить, не знаю, надо час фармить. Весело вообще. Ну, такой череп у меня уже есть. Ну, этот топорик рулит, конечно. А сейчас нам дадут еще лучше топорик, по-моему, если я ничего не путаю. Ну, поначалу этот топорик прям хорош. Я, конечно, так разухарился, но здоровье-то одна фляжка. Ну ладно, хватит, в принципе. Перестань. Ай. 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 Выдрал все с потрохами. Опс. Кажется, ленили. Вот портальчик. Так, сейчас вот этого завалим. Портальчик открылся после убийства первого босса. Я просто забыл сюда сходить. Тут стоят три сундучка просто на сей раз. И вот они, видите, другие сундуки. То есть они из мира рогаров. Рогаровские сундучки. И они сейчас будут... Нет, это почему-то не крикнул ничего. Пустая бутылка, верный послушник, доспехи. Это... Верный послушник. Считается, что амулет восстанавливает заклинание, их заклинательные силы. То есть заклинание, ну, полоска магии, магия будет восстанавливаться быстрее. Вот. Крепкий щит, осколок воссоединения с призраком. И руны и осколки. Ага, ну то есть топор нам не здесь дадут, наверное. Я, наверное, что-то напутал опять. Ну ладно, бог с ним.
остается после посещения порталов. Враги тут возрождаются не так, как в Dark Souls. Если поюзать просто сохранялку, ну то есть вот это вот кострище, враги не респаунятся. Они респаунятся только тогда, когда вы покидаете текущую локацию и заходите, ну, либо снова на нее, либо вот, либо на другую локацию, собственно. Ну, короче, когда при смене локации и вот при входе-выходе портала. И, в принципе, такая... Так, я что-то не туда побежал-то. Никуда не надо. Ну тебя. Так, что у меня там с... В принципе, 5500. Одна фляжка, да. Ладушки. Пофармим еще немножко. И вот этот топор, он нифига не станет работать, в отличие от меча. Меч станет, а топор почему-то нет. С чем-то связано, я не знаю. Так, не сохранится. Ай, блин. Куда ты взялся? Ты еще прибежал. Завалит сейчас. В принципе, вот такая та система, когда враги не респаунятся, ну, себя здесь оправдывает в этой игре. Так, все я тут сделал. Вроде бы да. Пошли дальше. То есть тут было бы напряжненько, если бы они все возрождались. Потому что при использовании здешних костров фляжки восстанавливаются не все. Почему не все они восстанавливаются, это... Ну это тоже как бы... Стимул к тому, чтобы поменьше сохраняться. Сейчас какой у нас этот, как называется-то, коэффициент? Умножитель 1.58 уже, ну, то есть в полтора раза больше опыта дают. И это весьма неплохо. Но фляжек больше нет, поэтому надо быть поаккуратнее. А здоровье больше, по-моему, нечем восстанавливать. Вот эта молитва, ну-ка, она, по-моему, восстанавливает чуть-чуть, да? Да, вот чуть-чуть, но очень слабо. И надо стоять рядышком. Она восстанавливает здоровье, но очень слабенько. У другой магии, которая защитная, там есть заклинание, которое очень неплохо восстанавливает здоровье. Но мне она не нравится по той простой причине, что пока она восстанавливает, вокруг тебя появляется аура такая, которая мешает. В общем-то. Играть. И так не видно ни черта, потому что игра достаточно темная. Где-то здесь вот светло, а дальше будет помещение полуподвального типа. А какой пол подвального? Что ни на есть целиком подвального. Я вообще темень хоть глаз колен.
А еще с этой аурой, если бегать постоянно, то вообще ни черта не видать. Ну, вот. Вот камера, что ты делаешь? Ну, камера иногда себя неадекватно, конечно, ведет. Я бы даже сказал, частенько. Ни с того, ни с сего его так вот разворачивает. Так, ладно. Наверное, я здесь сохранюсь. И, наверное, надо прокачаться. Так, мне нужна вера. Надежда, любовь. А вера мне нужна вот для этого заклинания. В принципе, для всех заклинаний молитву, вот единственное, что молитву больше я не буду прокачивать, а все остальные три, они нужны. Так, для этого надо 12, 12, 15. Но это для первого уровня. Так, сейчас мне больше пригодится таран, наверное. Так, ладно. Сила, вера. Так, сила, вот так, наверное. И на следующий уровень надо 1900 очков. Хорошо. Детка, мое почтение. Ладушки, ладушки, идем дальше. Вот здесь вот вроде как можно пройти туда. Вот. Ну, так выглядит, что прям вот заходи и заходи. А фиг. Отсюда сюда не пройдешь. И туда тоже как-то можно пройти вроде как, но опять же не отсюда. Я при первом прохождении так и не нашел вход туда. Зато потом нашел. Возможно, в этом прохождении тоже получится туда попасть. Ну, я, конечно, не уверен на 100%. Я на НГ плюс нашел. Может быть, это только на НГ плюс туда можно попасть. Не знаю. Поглядим. Так, и тут есть еще один портал, в который я тоже, пожалуй, схожу. Потому что в этих порталах дают, ну, хорошие вещи. Оружие, броню, еще что-то там. Тем более это халявные порталы пока что. Ну, почти халявные. Этот не очень халявный. Здесь биться придется все-таки. Так, вот как работает таран. Он роняет врагов на землю, пока они встают. Или лежат даже. Их можно вот так вот колбасить. Надо верного послушника поставить. Компас здесь не нужен. Блин, там еще стрелок. Соленые уши. Был. В смысле? Так, ладно, ну вас нафиг. Так, что тут у нас? Посох и осколок.
Бум. Смотри, не дохнет. Эти порталы, это... Я не знаю даже как. Помойка рокеров. То есть какая-то темница для душ. Для душ. Так, так, ты кто такой? Ну-ка. Ну, то есть первый уровень этих здоровых-то не роняет, конечно. Первый уровень заклинания, я имею в виду. Чего не так стремишься? Поэтому надо этот таран дальше качать. Отлично. То есть эти порталы заходишь и практически во всех вот тьма непросветная. Злачное место. А, да, еще одну кнопочку надо нажать. И теперь вот уже, наверное, да, теперь все. Да, все, больше здесь ничего нет. Покинуть это богом забытое место. Вот точно. Не только богом. Окей. Вообще мне казалось, что что в одном из порталов из этих дадут оружие. Но, наверное, я что-то путаю. Кровавый кремень, сюжетный предмет. Я чё-то, честно говоря, не помню, что это за... Кровавый кремень, обычный кремень для разжигания факелов или пламп. Остается только надеяться, что пятна крови этому не помешают. Что-то я не помню, зачем он нужен, ну ладно. Разберемся. Вот, первые враги. Со щитами. This is our only hope for help. If there is still a place help can come from. Первые враги со щитами, которых обычной тактикой не одолеешь. Потому что они блочат. Усиленно. Я бью 3 урона и в ответ получаю в репу. На половину хп. Их либо обходить пытаться, что вот, ну вот этот момент, конечно, да. Когда он так делает, но это его ждать надо. Сейчас нам еще один есть, покажу. Вот этих лучников только надо ликвидировать. Вы нам помешаете. Ну, собственно, дальше они там будут. Ладно, пойдем дальше. Этот бегает кругами. А, ты защищается при этом. Ну, вот видишь, что. Это не так. По мордам, конечно, получили слегка, ну ладно. Бам! Не пробили щит, офигеть. Не пробил щит. А зато сейчас пробил. This is getting out of hand. The villagers gather in front of the monastery and demand sanctuary. We can't let any more in. We will starve to death. Antanas ordered us to close the gate, and I understand his reasons, but
He's a people. He's supposed to be the savior. Вот если надеть компас, то здесь появится... Ну вот здесь его нет, этого звука. А если подойти вот в это место, появится звук характерный. Потому что в этом месте, только внизу вот там, есть секретная комната, которую можно вот здесь пройти, но она закрыта. И где ключ от нее, я, честно говоря, до сих пор так и не знаю. Но надеюсь, что найду. Так, ладушки, ладушки. Вот сейчас будет еще один со щитом, и это самый, ну, так скажем, сильный враг в игре. Из обычных врагов. Ну, может быть, не, ну да, скорее всего, самый сильный. Потому что вот он мне всю стамину, во-первых, сшибает своей комбой. Да просто даже одним ударом. Во-вторых, если я буду его вот так вот... Если он, если по мне пройдет вся его комбо, он меня ваншотнет просто. Сейчас. И вот, видишь, что делает. И мой таран пока что его не валит с ног. Поэтому для этого парня есть другая тактика, которую я нифига еще не освоил. Нет, не такая. О, видишь, что? Вот этой комбой он просто ваншот может. Ну. Ох, зря я с ним связался, конечно. Ай-яй-яй, еще не долетел. Ну все, я покойник. Ну, в принципе, это и хорошо. С одной стороны. Пиздец. Нет? Нет. Можно, конечно, от него перекатываться, но это не сильно помогает. Готов. Ну ладно. Этого завалили, но придется сохраниться. Потому что фляжек нифига нет. Ну тогда уж и уровень поднять. Ладно, так вот сделаем. Ну ничего, прорвемся. Можно, конечно, туда и дальше идти, но там еще эти вражины будут. Да нам пока что не надо. Что-то осколков нифига нет. До сих пор. Вот еще щитовики. Можно выставить щит и ждать удара его. Давай, ну бей, ну бей, ну дядя. Ну или вот этого, да. Если он попадает, он оглушает. Нужно вот так еще делать. Так, нет, не так, сейчас. Зараза. Во, вот так. Ну, в ответ все равно получишь. Да, надо качать таран. Против щитовиков таран самое оно. Если я на духе возьму. То-то-то-то-то-то-то-то-то. Зараза, не успевает, да блин! Завалит эти. Тяжелый он. Может вот этот. Бабах! Ай-яй-яй-яй-яй! Сволочь. Чуга такая.
Так, ну-ка, где у меня меч? А, во! Вот так будем делать. Панчик! Это вот с первого надзирателя этот меч выпал. В принципе, он ничего так. Поначалу-то. Достаточно быстро, если вот такие комбы, ну такие удары делать именно. Разбег. И достаточно дамаговый. На этом этапе. Так, что там наверху, я не помню. Но схожу. Единственное, что плохо у этого меча, то что у него обычные удары очень медленные. Зато эпичный бэк. Еще можно вот так сделать. О, ваншот, хорошо. Тут можно поджечь вот это вот. Это кострище. И прибежит этот малый, который... Которого еще не залочишь нифига. По-нормальному. То есть обычные удары у этого меча... О, какие слабые, ну, медленные. То есть вот это вот слабый удар был, вот это... А вот это сильный. Ну, как бы... размахнется 10 раз покойничком станешь. Здорово, чувак, как жизнь была. Все эти анимации, конечно, весьма занимательны. Нету ни черта, что ли, чё-то напрягся. Не, что-то тут было, вроде бы. Так, во-первых, вот камера опять. Шлещет. Что тут у нас? Пустая бутылка, кулачный щит, щит. Бомба. Может быть, щит поменять, правда? Что у меня сейчас? Стойкость 8, вес 1,5. А, ладно, пофиг. Чё за... Ах ты, зараза. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Блин. Не хочу. Собака страшная. Да, не пробивает. Танч. Слоумошка тоже прикольная, конечно. Когда получается. They are nowhere to be seen. But there's a glow on the horizon. The villages are burning. Fire may creep closer. Don't think it much longer. Так, что тут еще было? Вроде бы все. Тут есть проход вот туда вниз, но если туда спрыгнуть, то обратной дороги уже не будет.
Я имею в виду, что окажусь прямо у босса. А к битве с боссом я пока не готов. Так, а это что у нас? Это у нас блокировано с другой стороны. Все правильно. И нам идти надо тудой. Здоровья нет нифига. Там сейчас будут такие не очень такие враги. Резвые, короче, как. Ладно. Блин. Ну блин, ну тут еще сложно оценивать дистанцию очень в этой игре. Да, че ж ты? Че ты не бьешь-то, блин? Мне, по крайней мере, сложно. То есть, сколько до противника? Дотянусь я до него или нет? Блин, навалит ты сейчас. Собака. Ну не убивай меня, пожалуйста, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну, мне до костра осталось 2 шага. Не убивай меня, пожалуйста. Надо было умереть. А, не, не надо вообще-то. Эй. Аркин, finally you're here. Quick. Ты где был? Where have you been? I reached the citadel. Добрался до цитадели, смог поговорить с Сантаносом. Он беспокоится. Мы должны помешать владыкам Рогаров попасть на свою. Нужно пройти через портал и остановить их. Как твои раны? Один из монахов позаботился. Я не лучший боец, но хоронить меня пока не время. Что мне делать? Нужно помешать владыкам Рогаров проникнуть в наш мир. Рогар приходит из другого мира, с той стороны портала. Когда я окажусь там, как мне их остановить? Чтобы помещаться между измерениями, нужна бездна энергии. Поищи ее источник или какие-то его признаки. Помогите. Зачем ты выпустил меня из тюрьмы? Времена отчаянные, Харкин. Я выпустил тебя и остальных, потому что для грязных дел нужны грязные руки. Твои преступления... Глядя на то, что ты делаешь, я начинаю сожалеть о своем решении. Чё? А у тебя какая роль? Я должен проследить, чтобы мир не погрузился в хаос. Я знаком с Антаносом и целую вечность. Ну, хватит обо мне, нужно разобраться, как выучить Антаноса. Ну ладно, пока. На кладбище находится владыка. Чтобы двигаться дальше, нужно его уничтожить. Да-да-да. Вот на этом самом кладбище он и находится. Владыка, прямо скажем, нехилый. Я даже не знаю, я с ним справлюсь или не справлюсь. Чё такой тяжелый опять?
хватит у меня. Так, ну-ка, подожди, сейчас посмотрим. Что-то ни одного скопа нет. Что такое? Ладно, фиг с ним. Прокачаю еще. Силу, что ли, прокачать. Или выносливость лучше. Да, наверное, выносливость лучше. Ладно, что, пойду попробую. Ну, я не уверен, что смогу его забодать. Не уверен, что смогу его забодать. Но я попробую, ладно. Проблема, что боссы не сразу лочатся. В общем-то, опа, опа, стамины-то не хватает. И вот эта атака у него ваншотная. То есть, если вот сюда не спрятаться, то меня убьет. Так. Пойду-ка я. Блин. Камера. Блин. Что я сделал, а? Надо клавишу нажал. Да, где этот? Зацепил, зараза. Ау! 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 Да ты задрал, человече. Блин, ваншотная атака началась. Шел к чертовой матери. Хорошо. Дотянул, собственно, ничего. Сойдет.
попал. Опять не попал. Перестань махать косой своей. Давай, втыкай ее в пол. В принципе, можно и не убивать, но они, бывает, мешают. Ай-яй-яй, нет, сразу. Пронесло. Нет. Блин, сейчас я отхвачу. Так, ну по мозгам-то я тебе один раз успею дать. Надо вылечиться, наверное. Окей. А тут я тебе даже два раза могу дать. Ой. Ой. Блин, вот. Чё вы вылезли, а? Ай-яй-яй, не-не-не-не-не, собаки. Они так-то вроде не страшные, но мешают. Блин! Как-то не заладилось. Блин. Здоровье кончается. Давай, втыкай свой. Все. Конец тебе. Ну, потому как я провел бой, должен выпасть легендарный... Что он там тропает? Он косу свою. Легендарная коса. Ну, топор вообще называется. По-моему. Вроде должен быть легендарным. Сейчас посмотрим. Идолопоклонник. Окей. Когтистый палец. Двуручный топор. Когтистый палец. Да. Сильная атака одной рукой создает косу демона. Ну, у меня пока что веры не хватает. На это все хозяйство. Так, надо тут собрать всякие красные штучки. Они пригодятся. Возможно, и нет. When the judges banished the god, the Rogar disappeared, together with a whole temple. People say that sometimes when you visit the Hand of God Mountains, you can see a mirage of the temple. Could it be that they somehow got sucked? Another dimension of some sorts. The graveyard has been plundered. The most damage is around the grave of this murderer, the Skinner. Was it the work of a thief, or has the murderer risen from his grave? Nobody believes me,
But this cursed soul needs to be put to rest. Так, а где эта могила-то? Что-то я... Вот она. Here lies Kyle Ember, noble knight, wielder of the curved sword. A filthy thief took his sword, left his soul cut in two, waiting for a noble spirit, for his soul to renew. Мы еще сюда вернемся. Ну, я сюда еще вернусь. Слова паразиты. Словосочетание паразиты. Все. Этого прихлопнули. Сейчас поговорим вот с этим вот еще. Рад, что у тебя все хорошо. Сначала я испугался, но коса тебя все же нагонит. Что коса тебя все же нагонит. Бывало и хуже. Так, посмотрим, кого поймала кошка. Касла, это Едка, она ищет, ну, чтобы она там не искала. Ты половину дела не делаешь, Харкин, вижу, ты обзавелся монахом. У меня тоже такой был, я его бросила. Ой, ёлки, проскипал. Ну, фиг с ним. Едка, дай угадаю, у тебя тут дело? Скучаешь уже? Даже не надейся. Здесь целая гора сокровищ, и я хочу свою долю. Что по ту сторону портала? Он отделяет наш мир от мира Рогаров. Портал ведет заброшенный храм, когда-то принадлежавший людям. Оттуда наступают Рогары. Антанас отправил меня туда, приказав сделать все возможное, чтобы остановить вторжение. Как же это приведет нас к Антанасу? Нет, не сейчас. Сначала мы должны восстановить порядок. Говоря мы, я подразумеваю тебя. Раны делают меня скорее обузы, чем помощником. В любом случае, одному мне удобнее. Тогда ступай через портал, Харкин. Разберись, как остановить владыку. После этого мы можем встретиться с Антанасом. Ладно. В общем, он открыл портал, который приведет нас в мир Рогаров, собственно. Но туда я пойду в следующей серии. Пока.